Всем привет, дорогие зрители. Нахожусь я сейчас в районе Махмутла. Нашел трехкомнатную срочную продажу. 2+1 в старом проекте. Хочу быстренько показать. Здесь у нас есть лифт. Проекту где-то 20 лет. Находится квартира на третьем этаже. Так. Вот такая квартира 2+1. Мастер работает, ремонтирует всю квартиру. Так, здесь у нас вот такая прихожая. Здесь санузел. Квартира сдастся в полном готове после ремонта. Здесь спальня. Так, это первая спальня. Отдельная кухня в правой стороне. Здесь у нас отдельная кухня. 85 квадратных метров жилая площадь. 2+1. Расстояние отсюда до моря 350 метров максимум. Здесь у нас гостиная комната. Такая гостиная комната. Здесь у нас вторая спальня. Как минимум есть тут 12 квадратных метров. Выход на балкон. И вот такой балкон. Можно застеклить. Отсюда видно кусочек моря. Расстояние отсюда до моря, как сказал, 350 метров. Внизу есть у нас беседка, садик. Здесь проект находится между улицей Барбаросса и Ататюрка, район Махмутлар. Цена этой квартиры, дорогие зрители, 53 500 евро. Придется купить, обставить, обойдется где-то вам 2500 евро, как минимум. Если вам понравилась эта квартира, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, если все еще не подписались, комментируйте. С вами был Агаси из Солнца Лани, район Махмутлар. Всем пока-пока.